Здравия желаю, уважаемые братья и сестры! Сегодня мы запустили новый бесплатный обогреватель на зиму, который ток берет и сразу возвращает. То есть в итоге он потребляет ноль. Взял и вернул. Называется супер ветерок. Видите? 1,5 киловатта, тут у него вентилятор сверху. Отсюда выдувается тепло. Работает он на реле Амрон. Секунду работает, видите? А 80 секунд возвращает ток назад. Мы сейчас, ребят, посмотрим. Вот сейчас возвращается ток. Видите? Сейчас идет возврат тока 80 секунд. Потом секунду, значит, заходит тепловая волна. Воздушная тепловая волна до 100 градусов Цельсия. И пока она расходится, ребята, это минута 20 секунд, она расходится, расширяется. Ток, видите, отходит назад. А тепло растекается по комнате. То есть можно обогревать небольшие комнаты до 50 и выше кубов. Вот сейчас, видите, вернулась назад. Сейчас включится система. Семьдесят семь, семьдесят восемь, видите? Вот, видите, включилось. Вышел отсюда ток. Не только тепло вышло отсюда вот, с этого стопла, воздушным теплым потоком. А сейчас она возвращает назад. Взяла ток и возвращает назад. Благодаря этой схеме вы можете бесплатно отапливать зимой. То есть схема, ребята, откат, возвратно-откатный супер-ветерок. То есть система теплового воздушного отопления через... Обогревается спиралью внутри, а спираль, ребята, выдувается... На спираль дуется, значит, вентилятор и выдувает тепло. С этого короба. Вот он, короб. Вот короб, ребята. Как видите, ток вернулся. То есть взял и вернул. Мощность его, ребята, 1,5 киловатта. Но у нас, ребята, расход, как вы видели, ноль. Благодаря разделению токов и реле Амрон. А сейчас я так... Схема системы. Реле Амрон. 1 секунда включена. Вот разделен, я не поставил, разделенная полоса. Включили секунду, ток зашел. Система, ребята, дала импульс, нагрелась антенны и вышвырнули ток. То есть тепловое вещество. Здесь вентилятор стоит, вентилятор вышвырнул наружу. А у нас здесь закрылось, и вот ток, который остался, вернулся назад. То есть он стал остывать, этот ток. При остывании, то есть при охлаждении, как вы знаете, система сжимается. То есть возвращается назад и толкает назад диск счетчика. То есть в итоге расход у нас ноль. Мы можем вполне, ребята, вот такими... Это называется, значит, тепловые волны супер-супер. Обогреватель тепловые волны, который дает тепловые волны. Одна волна через 80 секунд. То есть каждые 80 секунд идет волна тепла до 100 градусов. В течение секунды. А потом, ребята, 80 секунд мы возвращаем то, что забрали у рептилоида, возвращаем назад. Благодарю всех за внимание. Всем удачи и стального богатырского железного здоровья вам.